в Британии, как известно, там состоялся референдум о выходе Британии из Евросоюза. Конечно, хочу отметить, что это дело внутреннее британцев, но очевидно, что результаты этого референдума имеют значение не только для англичан и Евросоюза, а в целом для мировой экономики, потому что уже упала цена на нефть, курс фунта, евро тоже находится под давлением. Очень серьезно повысилась волатильность рынков сырья и фондовых рынков. Нас, конечно, это не радует. Это дополнительные риски для мировой экономики, стало быть, и для нашей экономики, которая является частью экономики мировой. Сейчас очень важно проанализировать последствия, принять уже наши внутренние решения в интересах российской экономики, что, естественно, и будет сделано правительством.